То есть мы имеем вот такую вот высокую трубу за эпицентром, которая и у нас. Я не знаю, как люди бывают. Она даже подняться не может. У нее уже сил нету, наверное. Да, она или обезвожена, или ножки поломаны. Так, с другой стороны трубы есть вот такое отверстие, в которое, скорее всего, и залезла собака и упала. Давай я тебе петлю дам. Иди, я тебе помочь хочу. Иди сюда, иди. Есть? Да. Отлично. Не бойся. Так, не бойся, ты ее не задушишь. Вот прям вот так вот на расстоянии держи, ничего страшного. Да, давай, петлю сейчас передашь мне, я ее подниму. Держись, ой, держи. Ага. Держи. Держи? Да. Я тяну, а ты чуть под жопу. Вот это. Есть, да? Сука или кобель, не могу понять. Сука или кобель? Посмотри. Я не понимаю. Девочка? Мастерил, надо забрать, дико поплатиться. Собачке дали наркоз, чтобы можно было нормально довести в клинику, потому что собачка не социальная, это она спит. Чтобы врач ее осмотрел, может быть, инфузионная терапия, и простерилизуем.